Здрасте. Здрасте. Санька, дивись. Да, я. Я на них дивлюсь уже цей телевизор. Ми ще й поддони сьогодні перевезли по селу. Це ми ящики розібрали, щоб, блін. От як люди по поросят приїжджають. Чітко все. Ящичок, газелька. Солома, наверное, перестаралась. Ребята приїхали з печенек. Самих печенек, так? Да? Так, да, самих печенек. 100 кілометрів одна, так? Да? А солома є? Конечно, в ящиках. Багато, викидайте. Можемо поділитися. Та не треба, нам вже вон два тюка дали. Уже приїжджав і на процес взяли 5 тюків на них колись. Два нам скинули. Закрутив, так? Да? Та наискось закрутив. Ти зробив, що прошлу суботу ти на роботі був, так? Пожарки. А, ти пожарник, так? Да? Ну, виходить, МЧС, так? Да? Так. Да. Зараз ж пожарки немає, МЧС, так? Да? ДСНС. А, ДСНС. Да. ДСНС. Як переводить? Любесало. Державна служба України з надзвичайних ситуацій. А, ну, виходить, МЧС, да? Ну, так. Да. Дуже любесало. Дуже любесало. Да, сало, да. Ну, а завтра на сало. Щоб вона не вискочила там. Так, що не буде. Ти ж з ними їдеш. Ящичко. Так ворота закрий. Ну так, да, і ворота. Бо будемо бігати. Маша, йди, йди, Маша. Заний, поки вона тут стоїть. Сейчас я корм. Готовы из представления.
ми теж протер, читай, тряпки, протер чистий, все, все чистий. Хороший. У нас шифер хеля, значить, вона ж така махіна кіл-200. Придавим, декаляп і все. Лопнули. Та, 100%. А, ну. А ще шифер. Ну, да, якщо там каранчик хоча б там сантим полтора, бо зараз нема там міліметрів 7. Давай дальше до кінця. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Спасибо, до свидания. До свидания, вам всего хорошего. Сейчас я машину зачем прыгаю и вас. Зай, я с тобой. Ну пошли. А Борю. Втахайся. Спрашивали, Стас, где ты дел рябушку? Ну вот что со страуса осталось. Страус рябушка. Вон. Чуть-чуть ребер, хребет и вот, так понимаю, ноги. Что-то такое. Вот это что осталось с рябушки. Собаки съели, Боря доедает. Догрызает, вернее. Значит, хочу рассказать на такую тему. Поросят у нас у Машки уже нету. Сейчас буквально пройдет 5 дней, 5-6 дней. Она загуляет, и я к ней приведу хряка породы Пьетрен. И покрою своим хрячком породы Пьетрен. Значит, хочу ответить на такой вопрос. Просили уже неоднократно, как выбрать поросят. И... на что обращать внимание? И еще такой вопрос, как переехать в деревню, с чего начать? Ну как переехать в деревню, с чего начать, я именно вам не скажу. Я скажу свое мнение, как бы я переезжал и с чего бы начинал. А там каждый принимает для себя сам решение. Как именно и что. И значит, насчет поросят. Как выбрать поросят? Друзья, поросят выбрать можно, ну, по внешнему виду. Да, можно заметить по внешнему виду, какие поросята, я не спорю. Но они могут быть им 3 месяца, а говорят, когда продают там месяц, полтора или 2 месяца. Им может быть даже уже 4 месяца. То есть они плохо растут. А плохо растут почему? Потому что мешанные крови между собой. То есть, вот, к примеру, один хряк на всю деревню покрыли, поросят опять тем же хряком, и, грубо говоря, так оно все и начинается. Поэтому, если вы берете поросят, вы должны знать, или там через знакомого, через брата, свата, кума, друга и так дальше, должны знать, что ага, тот занимается свиноматками, у него там свой хряк, или покрывает искусственно, свинок осеменяет, то есть доза искусственно, то там можно брать смело поросят. Не именно вот там у блогеров брать поросят. Ну, кто хочет, у блогеров берет. А кто хочет, куча же людей занимается, кормят, допустим, и на откорм и занимаются свиноматками, то есть продают поросят. Поэтому узнавайте везде, в каждом поселке, грубо говоря, в каждом селе есть такие свиноводы, у кого можно купить поросят. Просто вы должны знать человека, ну хотя бы как-то через кого-то, что чем покрыта свиноматка и что за поросята и так дальше и тому подобное. Просто так на внешний вид сильно не определишь. Оно может быть красивое, хорошо. Вроде бы такой взрослый, ему там уже месяцев 5, а говорят ему 3 месяца. То есть вот так. Или там 4 месяца, а говорят 1,5-2 месяца. Поэтому надо эти все вопросы как бы не упускать и иметь в виду. То есть только через знакомых. Брать через знакомых, у знакомых, там еще через кого-то. То есть чтобы вы стопудов были уверены, что хороший завод именно поросят, хорошая свиноматка, хороший хряк. Чистокровный, хоть так, чистокровный хряк, хоть искусственно покрыто, искусственно тоже использую чистокровных хряков на семя дозу. Думаю, объяснил. То есть лучше брать по знакомству или через знакомого. Как переехать в деревню?
ну как бы я переезжал в деревню? Я бы сначала нашел бы домик. Домик я бы не искал бы в глухой деревне или где-то там на Белыбне, где-то там вообще вдали, что рядом нет никакого ни городка, ни поселка и так дальше и тому подобное. Я бы искал дом не в глухой деревне, а в поселке городского типа, чтобы рядом тоже были села, грубо говоря, в районе еще были села. Если в районе есть села и вы сами будете проживать там в каком-то типа поселке, я к чему так говорю, что поближе? Если вы будете заниматься поросятами, чтобы у вас были потенциальные покупатели рядом. И так само мясо вы продаете, потенциальные покупатели рядом, в поселке, в селах и так дальше и тому подобное. Поэтому, как бы, чтобы больше было людей вокруг вас, если вы где-то будете в селе жить, чтобы рядом были села. Если вы поросят будете продавать, любой, кто ищет себе поросят, он забивает в первую очередь вблизи, чтобы не ехать сильно далеко. Не ехать, как я ездил в Одессу или там еще куда-то. То есть каждый ищет по месту поросят. То есть вот я, к примеру, мне нужны поросята, я набрал, купить поросят. И там в моем районе сразу выбиваю, что в моем районе, то есть чтоб поближе. Если что-то хорошее, к примеру, я поеду рядом и куплю. Кача. Так само делает каждый, чтобы меньше ездить и ближе взять. И ближе взять хороших поросят. Поэтому я и говорю, поближе, ну типа к таким городам большим, или поселок, что вокруг есть куча сел, я бы переезжал бы так. Нашел бы дом, чтобы были вокруг как бы множество людей, чтобы у вас был потенциальный покупатель. И сам дом бы присмотрел, ну, какой там недорогой, более-менее, чтобы он был там или с дерева обложенный кирпичом, или деревянный. Ну, то уже на ваше усмотрение, кто какой ищет. То есть посмотреть, нету ли трещин, не рвет ли дом, не стянутый ли дом стяжками, потому что его разрывает, стянутый стяжками, резьбами, потому что дом рвется. Поэтому как бы вот эти все моменты, фундамент прозондировали, стены прозондировали, нигде нет, ничего не рвет. Если там какая трещина, ничего страшного. Трещина может одна быть и 10, и 20, и 40, и 100 лет. То есть она треснула там когда-то, и она так и будет. То есть особо на маленькие трещины внимания не обращать. А именно если дом рвет, или он на каких-то плавучих грунтах, или на болоте, то есть воду сразу узнавайте, сколько метров до воды, и какая поверхность, то есть грязная, не грязная, песчаная, глиняная, чернозем. То есть вот эти все моменты как бы узнавайте для себя. Нашли дом по вашей ценовой политике, вам подходит, купили дом, более-менее обжились, купили корма по сезону, летом, по уборке. И купили трех свиноматок, или двух свиноматок, одного кабанчика. Кабанчика заделали там, к примеру, под Новый год на мясо, а двух свинок покрыли искусственно, купили дозы там по 200, по 300 гривен и покрыли. И с этого все начинается. Первый год, конечно, не будет а-ля улю, все хорошо, будет так, ну, только набирать обороты, а уже подальше только успевай опять осеменять, искать покупателя, давать объявления и продавайте поросят. И опять оставляйте себе на откорм, если вам понравится заниматься откормом. Если откормом не понравится, то чисто поросятами, свиноматками вполне хорошо, вполне удобно. Я бы даже сказал, что если 5 свиноматок у вас будет, и там за год штук даже, ну берем 12 месяцев, по 2 в месяц, то есть штук 25-24 на откорм, вам хватит на семью с головой. Не надо там сильно, там мне есть пишут, а я сразу 100 хочу взять, 100. Не надо много, лучше меньше, но вы сами продаете, сами реализуете, и вы увидите 100% выхлоп. А если сдавать, то сильно, ну как бы не сильно выгодно. А если самому продавать, то выгодно. Вот у меня сегодня брал человек поросят, Саня с печенек. Он, я так понимаю, их купил на откорм. Может быть, одну покроет свинку искусственно. Он говорит, я продаю все сам. У него мякоть 145, голова 35,
Ну, то есть цены намного больше, чем у нас на мясо. И он говорит, я все продаю, сам еще и мяса не хватает. И у него нет ни магазина, ни на рынок он не ходит, никуда. То есть по знакомым и попродавал. Почему я говорю, лучше ближе к пригороду, к городку, или поселок городского типа. У вас больше покупателей, больше людей, которые будет интересовать ваше мясо, сало и ваши поросята, не надо будет далеко ездить. И так же само покупать, допустим, по уборке там те же отходы, зерноотходы, там, или пшеницу, или горох, или ячмень, вам будет проще. В поселке больше фермеров, которые занимаются и держат землю. И что я говорю, что они в глубокой деревне, потому что в глубокой деревне, в селе, то есть вообще в забитом, там как бы с соседями будут проблемы. То есть, ну как я понимаю, не будут радоваться за ваш успех или вашу, там, вы продаете мясо, поросят. То есть сами же соседи будут вам, ну, не сильно рады. То есть злорадствовать будут, ну там, или завидовать. То есть это, ну, распространено в глухих деревнях. А в поселке, вот, допустим, как я живу, ну оно как бы типа деревня. И не деревня, и городок вот такой. У нас тут проблем таких нет. Там, я смотрю на других каналах, ой, курка выбежала на другой участок. Там. Я таких проблем вообще не знаю. У нас с соседями никогда не было никаких споров, разговоров. То есть, здрасте, здрасте, привет, пока, и до свидания. Все. Все соседи идеальны. Хотя у меня сильно близко их нету, но то есть, по соседям... То есть все супер. Я вообще не сказал, что какие-то когда-то бывают проблемы. То есть что я строю, где я строю, оно даже никому не интересно. Никто не смотрит и ни разу не спросил. То есть я и говорю, что сильно в далеких Белыбнях себе не надо покупать. Там сами по себе люди не сильно будут за вас радоваться. И как бы не будут у вас покупать мясо, чтобы сделать вам назло. Поэтому я и говорю, ближе такой поселочек или очень большое село, там, ну, то есть вот так что-то. Рядом есть село там по сторонам, и там, и там, и там. То есть везде есть село, чтобы у вас было больше потенциальных покупателей. Вы продадите одну тушу, две, три, пять, и вас будет знать много людей. Потом вы думаете пускать на мясо кабана, допустим. Позвонили, позаказывали, в тетрадку записали кому что, зарезали. Приехали, забрали. Все. А по поросятам я вам объяснил, как делать. По поросятам лучше через кого-то, кого знаете. Потому что вот эти скрещения кровей, как бы, вот это оно и тупит в росте и тормозят. То есть есть люди кормят год и не могут выкормить. А вот поросятам 4 месяца там с небольшим. Ну, 4,5 получается месяца, чуть меньше. Вот такие поросята. Это свинка обычно киевская генетика, покрыта моим хряком. Вот поросята, 4 месяца. Я им не шпыгую корм. Вот они доедают, сегодня досыплю опять и опять запишу. Все записываю. То есть растут хорошо, что эти, что кантеры у меня тоже растут хорошо. Это те, что на откорм. И так само сейчас приведу своего хряка, ну там сейчас через 5 дней. Покрою свинку, тоже такие поросята примерно такого же типа и будут. Хряк чистый, чистокровный пьетрен. Вот у него гены хорошие, все перетягивают на свои гены. Вот такие поросята у моего хрячка. Понятно, таких поросят продавать очень легко. Да, и объявления о таких маленьких, у меня их давно позабирали. Но я их не продаю. В будущем будут, да, таких и много будут продавать. Поэтому, как бы, друзья, не спешите, скоро будут, а таких много поросят маленьких будете покупать по 1500 гривен. Кому там надо будет. Вот так, друзья. Думаю, что мог, то рассказал. Что понимаю, тоже рассказал. Кого, какие вопросы, задавайте, пишите, расскажу, что знаю, что понимаю, расскажу, подскажу, поддержу. Все, всем пока. Всего самого наилучшего и будьте всегда здоровы и успешны во всем. Пока!